Звук выключил, Лена включил. И он может начинать. Всем привет. Христос воскресе. Из Твери привет. Лена Старкова. Вот у меня два стихотворения из сборника «Антреприза». Такие вот веселые зонтики, как все равно яички пасхальные. Расписаны, видно, да? Нет? Ну, лучше поближе немножко. О, видно? Вот. Немножко видно, да. Вот, какие веселые зонтики, они такие же цветные, как яички расписные. Вот такое стихотворение. Перед Пасхой. Ночь. Меня хорошо слышно? Да. Да, слышно хорошо. Ночь умыла землю дождем. Фонари отражаются в лужах. Нам не спится, заутренник ждем. Стали прошлым зимние стужи. Ну а дождь проливной и все идет. Завтра солнышко землю пригреет. На реке давно тронулся лед. Скоро маем веселым повеет. Распишу я яичко пасхальное, милой маме его подарю. Песнопенья взбодрят утро раннее, праздник этот я в сердце храню. И пускай за окном не погодится, мрак ночной и так недолог теперь. Разойдется весна, разохотится многоцветьем Творца, только верь. О, класс! Только Тверь. Следующий. Ага, спасибо. Опа, звук пропал. Что-то похлопал мне внизу. Пропал, девочки. Пропал звук, да? Появился, все нормально. Появился? Да. Ничего. А, мы только, мы, как говорится, не волшебники, мы только учимся, да? Вот. Значит, Христос воскрес. Вот тоже такая картинка из сборника. Видно, да? Вот. Вот. Итак, читаем. На всей земле стоит апрель, пора пасхальная, святая, а в небесах танцует трель птиц, возвращающихся стаей. Христос воскрес. Христос воскрес, душа ликуя воскресает, а в небе солнышко играет, я ото сна очнулся лес. И мы от смерти к жизни вечной прошествуем, как ты, Иисус. И встреча с новой бесконечной свободой я не побоюсь. Стремясь в заоблачные выси, мы не забывая о земном, на землю новые свежие мысли, мы обновленные зайдем. Хочется так надеяться. И Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес.